холодные ноябрьские дни усталость после рабочего дня ощущается, пожалуй, наиболее остро. И больше всего ее чувствуют ноги. Ведь именно в стопах располагается более 70 тысяч нервных окончаний. Сотрудники компании «Ортодоктор» в связи с этим снижать физическую активность не советуют. Зато рекомендуют снимать напряжение со стоп. Помогают в этом специальные стельки. Преимущество стелек системы Optimum. Оказывает надежную поддержку сводов стопы, предотвращает развитие плоскостопия, обеспечивает правильное положение стоп при ходьбе, эффективно снижает ударные нагрузки на стопы, суставы ног и позвоночник, предназначенный для людей, активно занимающихся спортом. Они помогают восстанавливать кровообращение в нижних конечностях, способствуют снижению усталости и облегчают физические нагрузки. Подходящие стельки подберут даже для миниатюрных модельных туфелек на высоком каблуке. Серия стелек Orta Professional с индивидуальной системой индивидуализации Optimum. Это современный подход к созданию индивидуальных ортопедических стелек, основанные на самостоятельной адаптации готовых изделий под конкретного человека за счет инновационных материалов и многослойной технологии. Все дело в том, что они обладают памятью формы. Благодаря этому их свойству в ногах ощущается легкость, а желание ходить пешком усиливается. Подарить комфорт сотрудники салонов «Ортодоктор» решили тому, кто, пожалуй, никогда не получал подарки – главному волшебнику страны. Дело в том, что на этой неделе Дед Мороз отмечает свой день рождения. Мы ждем Деда Мороза и вспоминаем о нем только на Новый год, да, когда ждем от него подарков. Но 18 ноября у Деда Мороза у самого день рождения. И мало кто об этом знает, и мало кто об этом помнит. Да? И некрасиво было бы оставить этот праздник без внимания. В Великий Устюг отправится посылка с красочной открыткой и ортопедическими стельками 47-го размера. Отправлять ее решили из образцово-показательного 18-го почтового отделения. Его сотрудники еще ни разу не осуществляли послание сказочному адресату. Поэтому к оформлению необычной посылки подошли ответственно. Оформляем как можно поинтереснее. Потом мы ее пломбируем, ставим специальные пломбы, чтобы не скрыли. Потом оклеиваем. Сотрудники почты обещали, в свой день рождения волшебник уже получит подарок. Компания «Ортодоктор» позаботилась и о внучке Деда Мороза. Снегурочка получит ортопедические стельки 37-го размера. Это увеличит их работоспособность, говорят специалисты. И в новогоднюю ночь зимние персонажи смогут одарить подарками еще больше детей. Кроме того, Дедушка Мороз бодро встретит и следующий Новый год. Ведь срок действия этих стелек достигает полутора лет. Кроме стелек, в Великий Устюг отправились пожелания здоровья и счастья для Деда Мороза. Традиционно в преддверии Нового года все заказывают у волшебника подарки для себя. Сотрудники сети салонов «Ортодоктор» попросили у Дедушки Мороза побольше радости и чудес.